Зараз, Настя, мы будем с тобой готовить мясо с бешамелью. Что такое бешамель? Бешамель – это французский такой соус. Добро будем учиться, что кидать, что мешать. Кладем мясо в нашу кастрюльку. Зараз, Настя, мы будем делать с тобой бешамель. Для этого нам потребно, как ты отделила желтки от белков, и додала до их гретое молоко. А я тем часом буду смажить муку. Зараз я буду нарезать кавалками наше мясо. И выкладывать я буду в форму. Пах. Мерили смачно.